Симферопольской гимназии номер 1 имени Ушинского сегодня семиклассник выстрелил в ученика 5 класса из пневматического пистолета. Пуля попала в ногу. Сразу же ученику оказали медпомощь и вызвали карету скорой. Врачи вытащили из-под кожи пулю и обработали рану. Ребенка отправили домой. Его жизни ничего не угрожает. По данному случаю органы МВД проводят проверку. Информацию подтвердили в Крымском министерстве образования.